конце прошлого века наркомания, как эпидемия, буквально захлестнула крупные города России. По подсчетам специалистов, подсевших на иглу было не меньше 4 миллионов граждан страны. Не обошла эта беда и республику Коми. Использованные шприцы валялись не только в подъездах и на улицах. Их стали находить даже в школах и стенах вузов. Специальные подразделения милиции, ОБНОНы, боролись с наркосбытчиками как могли, но сил переломить ситуацию им не хватало. В 2003 году на базе ликвидированной налоговой полиции появилась наркополиция. Кроме сотрудников расформированного ведомства, в новую структуру вошли профессионалы из МВД и ФСБ. Так родилась Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Так была объявлена тотальная война с ядовитой смертью. Сотрудники регионального управления госнаркоконтроля с первых же дней начали активно бороться с поставщиками дурмана. Силовики ликвидировали крупный канал поставки героина в Сыктывкар и изъяли почти килограмм афганского порошка. Во время этой спецоперации наркополицейским пришлось пойти на нестандартное решение. Силовая структура только создавалась, денег на проверочную закупку не было. Пришлось предложить наркодилеру бартер. Была сначала достигнута договоренность, а затем, значит, мы оформили через куплю-продажу автомашину ему. Вот, и, то есть, в обмен на героин. То есть, было договоренность, что там на 90 грамм героина он 99-ю модель обменяет. Крупные изъятия героина в последующие годы следовали одно за другим. Оперативники справились с крайне непростой задачей, поскольку афганский порошок в Коми возили представители нескольких этнических диаспор. У них крепкие родственные связи по всей стране. Между тем, наркопорцы не забывали и другое важное направление – пресечение каналов сбыта производных конопли. Без марихуаны и гашиша представители «продвинутой» в кавычках молодежи не представляли себе полноценный отдых в ночных клубах. После поправок в Уголовный кодекс, когда за продажу дурмана в особо крупных размерах закон мог покарать как и за групповое убийство до 20 лет лишения свободы, многие так называемые барыги, торговцы зельем, надолго отправились за решетку. За первые годы за колючую проволоку попали сотни наркосбытчиков, полицейские переломили ситуацию. Героина, марихуаны и гашиша в республике стало в разы меньше. Цены на них выросли, черному рынку пришлось перестраиваться и предлагать своим клиентам другой ассортимент. Такой порошок, но это мы не знаем, что тебе покажут, сейчас изымать. В начале февраля 2006 года наркополицейские Коми собрали экстренный брифинг. Повод был крайне серьезный. За одну неделю января с сильнейшими передозировками от неизвестного дурмана поступило в больницы 25 человек. Экспертиза вскоре показала, это химический аналог героина, так называемый «белый китаец». Смертельная доза всего 2,5 миллиграмма. Торговцы разбавляли ядовитый концентрат, что называется, на глазок. Продавали под видом героина высокого качества. Неточность в расчетах многим наркоманам стоила жизни. По внешним признакам, по цвету, консистенции и по эффекту наркотическому он не отличается от героина. Его просто разбавляют и наносят на сахар. После ликвидации законспирированной лаборатории в Санкт-Петербурге, которая производила 3-метилфентанил килограммами и снабжала им десятки регионов страны, угроза дальнейшего распространения белого китайца сошла на нет. Впрочем, питерский наркотрафик быстро переориентировался на так называемые клубные наркотики – порошок, амфетамин, скорость и таблетки МДМА, экстази. Торговцы внушили молодежи, что те покупают у них всего лишь психостимуляторы, от которых нет зависимости и ломок. Хотя на самом деле, после приема синтетики у человека расстраивалась психика, разрушалась личность, а чувство преследования нередко приводило к суицидам. В городе Сыктывкаре в тот период намечался бум такой амфетаминовый, наркотика не хватало, стоимость была в тот период даже выше, чем стоимость героина. Обеспечивалась быстрая реализация через данную розничную сеть. О масштабах распространения синтетической заразы красноречиво говорят результаты спецоперации наркоборцов в Коми. Сотни изъятых таблеток и килограммы сильнодействующего порошка. Стоит отметить, что сотрудники регионального управления ФСКН в те годы вышли на совершенно иной уровень оперативной работы. Весной 2007-го они обезвредили всю цепочку питерского наркотрафика, от мелких курьеров до группы межрегиональных дилеров и их главаря в Петербурге. Для этого наши силовики специально выезжали в командировку.
В итоге были изъяты крупная сумма денег и 3000 таблеток экстази. Партия только была ввезена в Российскую Федерацию. Она имела определенную упаковость, определенные запаховые против собак. То есть это не распотрошенное и не расфасовано, а вот именно полуоптовое. Дефицит марихуаны побудил некоторых доморощенных ботаников высаживать коноплю в наших северных условиях. В квартирах, в банях они создавали целые оранжереи. Рекорд – 412 кустов, обнаруженное наркополицейскими в 2009-м на балконе обычной сосногорской квартиры, до сих пор никем не превзойден. Впрочем, подобные агрономические опыты можно было назвать исключением из правил, чем-то из разряда курьезов. Производство на дому другого сильнодействующего дурмана – дезаморфина – от единичных случаев в 2004 году через 6 лет стало уже настоящим бичом не только Республики Коми, но и половины России. Крокодил, так его называют наркоманы, можно было изготовить путем несложного синтеза из кодеина, содержащих лекарств и продуктов бытовой химии. Теперь вы берете соляную кислоту. Концентрированную соляную кислоту. Кислота добавляется на глаз. Ядовитая отрава, попадая внутрь, разъедала вены. Процесс разложения начинался по всему организму. В результате за 2 года люди просто сгнивали изнутри. О побочном эффекте употребления дезаморфина наркоманам было хорошо известно, но доза для них была дороже жизни. Дезаморфиновая наркомания, мы говорим, ее такая бытовая, и, как правило, ей подвержены самые низшие слои населения. То есть это полностью уже опустившиеся, деградировавшиеся личности, которые вынуждены для снятия абстинентного синдрома покупать самый дешевый наркотик. И доза дезаморфина доходила до 50-70 рублей. С каждым годом полицейские ликвидировали все больше притонов. Однако на их месте сразу возникали новые. В 2005-м – 30, в 2008-м – уже 60. В пиковый 2011 год их было уничтожено почти 90. Несмотря на все усилия, наркоборцы как будто сражались с ветряными мельницами. Попытки ограничить продажу прекурсоров в аптечной сети самых сложных муниципалитетов в Сыктывкаре и Ухте не решали проблемы в целом, пока последствия не осознали на федеральном уровне. По постановлению правительства России с 1 июня 2012 года ввели рецептурный отпуск кодеиносодержащих препаратов. Продажи таблеток упали в разы. В отсутствии основного сырья притонов стало гораздо меньше. Средний, допустим, было около 11 тысяч, то сейчас где-то 700 упаковок. То есть вот такая примерно увеличивается, в 10 раз уменьшилась реализация. То есть это примерная цифра, наиболее характерная именно тем, кому это нужно было лекарство. Вот, в 10 раз сокращение официально. Ничего не меняется. Те же аптеки, доступность, придите, получите и так далее. То есть вот примерно в 10 раз. Пробелы в законодательстве также позволили наркодельцам развернуть в России расширенную сеть сбыта другого страшного зелья, так называемых спайсов. Курительные смеси, обработанные GVH, синтетическим аналогом конопли, порошки и капли, аналоги героина и кокаина, которые под видом бытовой химии свободно продавались на каждом шагу. В 2010-м этой вакханалии пришел конец. Синтетику, которая приводила молодежь к необратимым расстройствам психики, в том числе к самоубийствам, объявили вне закона. Но зарубежные производители дурмана учли российскую специфику. После официального запрета одних веществ они сразу выставляли на продажу другие. Чаще всего клиенты заказывали дурман по сети интернет и получали товар по почте. Почти год играл на опережение с законом сыктывкарец Сергей Емельянов по прозвищу Дизель. Там получается так называемая легальная курительная смесь получается. То есть там находится курительная смесь? Ага. В 2010-м он сплотил группировку, которая круглосуточно занималась сбытом в Сыктывкаре курительных смесей и порошков. С таким уровнем организации наркосбыта сотрудники спецслужбы столкнулись впервые. Наркосиндикат был отлажен по всем законам бизнеса. Доходы дизелей доходили до 500 000 рублей в день. Преступная деятельность так и осуществлялась. То есть работала лавка со сбытчиком, рядом находились охранники, которые осуществляли функцию безопасности данной группы. Силовики не раз задерживали наркодельцов, но тем удавалось выходить сухими из воды. Дело было отнюдь не в удаче. Емельянову, как выяснило следствие, помогал удерживаться на плаву сотрудник уголовного розыска Игорь Карпов.
Используя свои служебные возможности, страж закона своевременно сообщал главарю наркокартеля, какой дурман запретили, а какой еще нет. Но однажды эта схема дала сбой. Дизели решили рискнуть, продали остатки уже запрещенного товара и попали в руки правосудия. Наркоборцы обезвредили группировку, которая уже расправляла крылья на взлете. Чтобы впредь не допускать подобных казусов, сотрудники спецслужбы предложили законодателям наделить их особыми полномочиями, самим временно ограничивать на своей территории новые виды зелья, которые еще не попали в список запрещенных веществ. Тогда силовики смогут реагировать на изменения наркорынка в режиме онлайн. Пока же процедура запрета затягивается на несколько месяцев. Очередная синтетика должна обязательно пройти целый комплекс экспертиз. При наделении полномочиями федеральной службы мы будем максимально оперативно реагировать и вводить запрет на оборот данного вещества, и только с последующим оформлением, процессуально я имею в виду, постановлением правительства. Но в данном случае наркодилеры не получат тот эффект, который они хотят получить, то есть не смогут продать его, и, следовательно, в их сети не попадут новые наркопотребители. Федеральная спецслужба ожидает от законотворцев помощи и в решении другой глобальной проблемы – создания системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Сейчас курс лечения в специализированных центрах России получает всего 1700 больных. Хотя в той же Франции, где население в два раза меньше, такую процедуру ежегодно проходят 140 тысяч человек. Чтобы решить эту задачу в масштабах России, нужно потратить 250 миллиардов рублей. Кроме этого, необходимо еще побудить наркоманов лечиться. А для этого пора ввести уголовную ответственность за неоднократное употребление дурмана. Ему будет в конце концов предложено, уважаемый Иван Иванович, или возбуждается уголовное дело, мы тебя осуждаем и привлекаем к уголовной ответственности в виде отбытия наказания в исправительной колонии, либо вы добровольно проходите курс освобождения от наркотической зависимости. За 10 лет работы ведомства из незаконного оборота изъято 410 килограммов наркотических и психотропных веществ. Ликвидированы сотни наркотрафиков. На скамью подсудимых отправились более 3000 человек. Ситуация стабилизировалась. Наркозависимых в республике стало меньше. Впрочем, все эти годы региональное управление ФСКН не забывало про свою другую, пожалуй, даже более важную задачу – пропаганду здорового образа жизни, профилактику среди молодежи и снижение спроса на наркотики. Год за годом идут широкомасштабные акции под эгидой созданного в КОМе антинаркотического блока, куда кроме наркоконтроля входят все силовые структуры, а также Минздрав, Минобраз, волонтеры, многочисленные общественные и коммерческие организации. К освещению акций, конкурсов и круглых столов активно подключаются журналисты. Все здоровые силы региона борются, а точнее воюют за то, чтобы общество навсегда избавилось от смертельной болезни.